В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Мария Посыпай. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Недвижимость собственнику. Представители регионального управления Росреестра провели консультации для саровчан. Самый массовый обязательный экзамен. Школьники Сарова сдали ЕГЭ по русскому языку. «Наше дело 2018» саровчан приглашают на профильную лидерскую смену. Далее расскажем обо всем подробно. Саровчане приняли участие в акции «Недвижимость собственнику». Все желающие смогли получить бесплатные консультации по вопросам оформления прав на недвижимость, налогообложения, а также межевания участков, земельного надзора и так далее. Разъясняли нормы законодательства представители регионального управления Росреестра, Федеральной налоговой службы и волговятского филиала Ростехинвентаризации. Как поставить на учет гараж, что делать, когда не согласны с расчетом кадастровой стоимости и куда обращаться, если не можете договориться с соседями о том, по какой границе должен проходить забор. С помощью писем телефонных звонков в соответствующей инстанции всегда можно получить ответы на подобные вопросы, но гораздо эффективнее задать их при личной встрече. Для специалистов это не только возможность помочь гражданам и юрлицам в решении проблем, но и получить обратную связь. Это знакомство с администрацией, потому что очень много возникает вопросов и у администрации по работе. Естественно, нам интересен отклик о том, как наша структура на территории муниципальных образований работает, да? Акция «Недвижимый собственнику» существует уже более 10 лет. Главными темами встреч, как правило, были вопросы госрегистрации прав на недвижимость. Но в последнее время тематика сменилась. В большей степени вопросы это связаны с межеванием земельных участков, с установлением границ, споры с соседями и оформлением земельных именно отношений. Вдруг оказывается, что у многих нет документов, либо документы, которые есть, они не о том, о чем бы они хотели. А люди пользуются землей много лет и считают, что их это уже всегда их. А вот не бывает так, что их от того, что вы пользуетесь, это не факт наличия того, что у вас есть правоотношение на этот объект. Как отмечают специалисты, поменялась и судебная практика. Раньше, если человек долгое время пользовался участком, то он мог просто обратиться в суд за признанием права на эту землю. Сейчас дела обстоят иначе. Сейчас суды говорят: пожалуйста, вы можете воспользоваться своим конституционным правом защиты своих прав, да? Но первоначально вы должны пойти все-таки в орган муниципалитета, обратиться к ним с заявлением. И в том случае, если вы получили какой-то неудовлетворительный ответ, который вас не устроил, вот в этом случае вы уже можете тогда пойти в суд. Встреча длилась меньше часа. Получить консультацию специалистов пришли более 20 саровчан. Большинство задавали вопросы, касающиеся земельного надзора и кадастровой оценки учета. И каждый получил долгожданный ответ. Единый государственный экзамен по русскому языку сдали почти 656 тысяч выпускников российских школ. Это самый массовый экзамен основного периода ЕГЭ. Во всех регионах России и за рубежом организовано более 5000 пунктов проведения экзамена. Во всех пунктах велось видеонаблюдение и применялась технология печати комплекта материалов в аудиториях. О том, как ЕГЭ по русскому языку прошел в нашем городе, расскажем в следующем репортаже. 6 июня в России отмечается День русского языка. И так совпало, что именно в этот праздник школьники нашей страны сдавали экзамен по русскому языку, который считается одним из самых сложных для изучения во всем мире. Но, как говорят выпускники, вышедшие из пунктов приема экзаменов, самое главное – подготовка. В целом, экзамен был не такой уж и сложный. Ведь наши учителя, как правило, дают нам знания на 100 баллов. А результат ЕГЭ покажет то, как мы их хорошо слушали. Если готовиться к русскому языку, написать его на 80+, это вполне реально. Экзамен, в какой бы форме он ни проходил, всегда стресс для школьника. У одних волнение проходит, когда печатают кимы, и ученик настраивается на рабочий лад. Другим нужно увидеть тесты, чтобы оценить силы и успокоиться. А третьи заранее уверены, что справятся с любым заданием. Мне кажется, экзамен прошел хорошо. Волнения как такового, в принципе, не было, потому что, в принципе, тот преподаватель, который у меня вел все эти годы в школе русский язык и литературу, внушил мне уверенность в себе, в своих силах, и поэтому я шла на экзамен, не волнуюсь. После экзамена ребята еще долго не расходились, ждали своих одноклассников, делились с ними впечатлениями, обсуждали задания и обязательно звонили родителям. Когда готовишься 2 года, прорешиваешь кучу страшных-страшных вариантов, готовишься к самым нетипичным заданиям, а в итоге попадается все простое, адекватное и типичное, и ты со спокойным сердцем знаешь, что ты готов, все это прорешиваешь. У Маши Яушкина экзамен совпал с днем рождения, и у дверей школы ее ждали родители с цветами и воздушными шарами. Волнения остались позади, сочинение написано, но усталость после 3,5 часов экзамена еще не прошла. Ну, экзамен прошел нормально, и задания были, ну, как и ожидались, стандартные. Выпускникам осталось совсем немного, и можно будет сделать небольшую передышку. А потом наступит следующий этап – студенческая жизнь.
Подготовительные работы по сносу аварийного дома номер 16 по улице Гагарина завершатся в этом году. На его месте построят трехэтажное жилое здание на 9 квартир, выполненное в соответствии со стилистикой окружающей застройки. Перед началом строительства проведены все необходимые инженерно-геодезические изыскания. Также в ближайшее время начнутся работы по сносу аварийного дома номер 8 по улице 8 марта. Проект нового здания находится в стадии разработки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В ближайшие дни в Сарове сохранится ненастная погода. По прогнозам синоптиков, как минимум до конца недели на территории города будут господствовать аномальные прохлады и дожди. В таких условиях спасатели рекомендуют гражданам предельно внимательно управлять транспортными средствами, во время грозы не прятаться под высокими деревьями, а также держаться в стороне от линии электропередач. Центр поддержки предпринимательства стал одним из лучших в области. Об этом стало известно на торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Лучший предприниматель Нижегородской области», которая прошла в столице региона. В номинации «Инфраструктура» Саровский ЦПП занял третье место. Почетную награду директору учреждения Марии Кокуркиной вручил официальный представитель Агентства стратегических инициатив в Приволжском федеральном округе Сергей Бочаров. Саровчанин стал призером всероссийского турнира по пауэрлифтингу. Соревнование под названием «Белые ночи» прошло в северной столице. В нем приняли участие спортсмены из 35 регионов страны, в том числе и Нижегородской области. Честь Сарова защищали два сотрудника ВНЕФ – Павел Филатов и Сергей Серов. По итогам упорной борьбы Сергей Серов занял второе место, показав по сумме трех упражнений пресс-джим и становая тяга 765 килограммов. Канун профессионального праздника Дня социального работника в зрительном зале молодежного центра прошла конференция «Актуальные вопросы социальной защиты и социальной реабилитации граждан города Сарова». Специалисты этой сферы обменялись мнениями, заслушали доклады и поздравили друг друга с предстоящим праздником. Подробности в следующем репортаже. Итоги и перспективы развития социальной защиты в городе, история и будущее пенсионного фонда, новые формы работы с семьями и детьми – эти и многие другие важные вопросы обсуждали на конференции специалисты социальной сферы. В сегодняшней конференции хотели, во-первых, показать, какие организации существуют и готовы в этом помочь, какие возможности у нас есть, а их не так мало, и куда человеку нужно прийти или идти со своими печалями и болями, и на что стоит надеяться при тех или иных сложных ситуациях, в которые человек попал. В своем докладе Наталья Тимченко напомнила всем те цели и задачи, которые стоят перед социальной службой города. Ежедневно ведется работа с инвалидами, пожилыми людьми и многодетными семьями. Одним из важнейших направлений социальные работники считают работу в рамках проекта «Десятилетие детства». Сейчас проиндексированы все пособия на детей и на семью с детьми с 1 января 2018 года, и региональные, и федеральные. Увеличено количество выплат. Все вы знаете, что с 1 января мы выплачиваем выплаты, производим при рождении первого ребенка. Еще одним важным пунктом доклада Натальи Тимченко стала тема исполнения майского указа Владимира Путина, который касался увеличения продолжительности жизни населения России. В этом плане проводится огромная работа. Да, у нас не хватает, прямо говоря, рук, потому что у нас социальных работников на 27 тысяч населения, вообще конкретно социальных работников, которые ходят по квартирам и обслуживают людей, у нас 41 человек. Несмотря на то, что на передовой социальной работы в нашем городе стоит небольшое количество человек, более чем за 20 лет от жителей не поступило ни одной жалобы на соцслужбу. С 17 по 26 августа на базе лагеря «Березка» пройдет молодежная профильная смена лидерского направления «Наше дело». Активных и творческих юношей и девушек ждет насыщенная программа. Молодые лидеры смогут получить полезные знания, принять участие в творческих мастерских и стать авторами собственных социальных проектов. Если ты молодой и активный, если у тебя есть идеи и желание сделать мир вокруг немного лучше, то тебе самое место в рядах участников молодежной профильной смены, единогласно заявляют специалисты Департамента по делам молодежи и спорта. Для участников подготовили интересную программу. Результатом ее освоения станет разработка социально значимых проектов. Сейчас во всей стране главным фактором реализации молодежных инициатив является социальное проектирование и грантовые конкурсы, в которых можно предложить свою идею, получить финансирование и реализовать свою идею. Смена будет посвящена Году добровольцев России. Молодым ребятам расскажут о том, какие волонтерские организации есть в нашем городе, что хорошего и полезного они делают для окружающих, а также познакомят с добровольческими движениями нашей страны. Но самая главная часть программы – образовательные блоки лидерского направления. Мы придерживаемся такого правила, как преемственность в реализации профильных смен.
Естественно, ребята, которые первый раз приехали на смену, их это все заразило, они все досконально изучили, как этим всем пользоваться, начинают привносить свои какие-то новые идеи в реализацию профильных смен. В дальнейшем работают кураторами, и каждый год мы стараемся брать новых, молодых, творческих, инициативных, которых в дальнейшем могли бы передавать свой опыт. Существует два способа попасть на профильную смену. Первый – это делегироваться от общественной организации. Второй – это конкурсный отбор. Перед тем, как получить путевку на смену, молодой человек должен пройти анкетирование и собеседование. Подробная информация по телефону 671-81. Для ребят из детского лагеря «Искорка» Дворца детского творчества летние каникулы – это пора открытий. На этот раз им представилась уникальная возможность побывать там, куда не просто попасть постороннему человеку – на Саровский хлебзавод. Маленьким гостям показали все этапы производства хлеба – от просеивания муки до появления из печей готового продукта. Ребятам удалось увидеть своими глазами весь процесс выпечки и даже поучаствовать в нем. Взяв за обедом хлеб, Алиса всегда думала, как он получается таким аккуратным, мягким и с аппетитной хрустящей корочкой. На экскурсии она внимательно слушала экскурсовода и с интересом рассматривала сложное производственное оборудование. Здесь девочка впервые узнала, что для выпечки хлеба нужны самые простые ингредиенты. Я узнала, что саровский хлеб делается из муки, из дрожжей, из воды и из соли. Ребята наблюдали слаженную работу сотрудников комбината, которые ловко обращались с тестом, делая аккуратные заготовки будущих батонов. А потом вынимали из огромной печки душистый хлеб. Детям показали и рассказали, какую работу делают только вручную, а что доверяют машинам. И ответили еще на десятки вопросов. А почему тут булька? Там булька. Булька? Это воздух выходит, углекислый газ. Что такое формовка, расстойка, вакуумный делитель? Зачем в тесто добавляют дрожжи, как работает округлитель? И где тесто отдыхает и как получается аппетитная блестящая корочка? Елена Филиппова точно знает, что интересно школьникам. В свое время она тоже ходила на экскурсии. Мы ходили в свое время и сюда на хлебзавод, пока он работал. У нас были неоднократные экскурсии. Я помню, что нам всегда очень нравилось смотреть, как делают хлеб. Теперь ребята знают все этапы производства булочек и батонов, а также сколько людей трудится над тем, чтобы у жителей нашего города на столах всегда была свежая выпечка. Экскурсия на хлебзавод поможет школьникам бережнее относиться к хлебу и ценить труд пекаря. У воспитанников дневного лагеря Центра внешкольной работы появилась уникальная возможность проявить свои творческие способности. Ребята приняли участие в мастер-классе по изобразительному искусству в необычной технике и попробовали свои силы в музыкальной викторине по песням из известных детских фильмов. Подробности далее. Нанести краску быстро, чтобы лист бумаги не успел высохнуть, и тем самым мгновенно наполнить картину обворожительным цветом и сиянием. Такое задание предстояло выполнить ребятам из клуба по месту жительства «Чайка». Там прошел мастер-класс в технике «Алла Прима». Каждая участница нарисовала свой собственный натюрморт маки. Цветы такие, которые растут на полях, и у них они очень красивые, они бывают разного цвета, оранжевые, еще бывают черные. Мне очень понравилось рисовать картину, я попробую ее сделать дома. После мастер-класса всех ребят ждал сюрприз. В актовом зале прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию», где школьники соревновались в знаниях, музыкальных произведениях из детских фильмов и мультфильмов. Расслабляет человека, ребенка. Он отдыхает просто, смеется, радуется. Где-то в состязаниях, естественно, какой-то повышает свой интеллектуальный, музыкальный уровень. В конце музыкальной игры каждый участник получил сладкий приз за активность, находчивость и смекалку. Смена в летнем лагере настолько насыщена событиями, что ребята не успевают скучать. Экскурсии в художественные галереи, занятия в библиотеке, концерты и многое другое. Они с таким удовольствием каждый день приходят, занимаются таким творческими вот этими делами, настолько раскрепощаются, настолько друг другу открыты. И творчество, конечно же, помогает им. Лето только началось, а творческая смена уже в самом разгаре. Впереди ребят ждут еще больше увлекательных игр, викторин и экскурсий. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии для вас работала Мария Посыпаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.